фонд «Мелодия» и Центр возрождения премии Татьяны Шмыги представляют Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
Повелевая тишине звучать с мелодией прелестной, тебя он обвенчать сумел с красивой белорусской песней. И на земле, и в небесах, соединяя лед и пламень, в славянских преданных сердцах струной любви звучит муляме. Thank you.
Друзья, огромный привет просим передать вам наш большой друг, народный артист Советского Союза, композитор Игорь Лучинок. Звучит его песня на стихи белорусского поэта Аркадия Кулешова «Олеся». Мы очень надеемся, что вы ее будете петь вместе с нами. Знаю, знаю.
сон близко. Где ты, моя темноглазая, где? Видите, какие преимущества живого звука, правда? Это совсем другое дело. Вообще, в такие минуты приходит мысль о том, что мы всегда были, если будем одним народом. Премьера на этой сцене, одна из наших новых песен, называется «На Литвинка», споет ее самый молодой песняр Игорь Дударчик. Девчонка, недосечная пара.
Нам очень приятно сегодня видеть в зале столько молодежи 70-80-х годов. Поэтому следующую песню вы наверняка хорошо помните. Называется она «Рушники». Музыка белорусского композитора Эдуарда Ханка, стихи русского поэта Виктора Бокова. «Ты моя надежда, ты моя отрада». Небольшая, в руке только вы.
Вся Россия узнала, как будет по-белорусски Сережки. Помните? Правильно. Владимир Муляин, стихи Максима Танка. Завушницы. Все про мое дыхание.
Следующая песня многократно звучала на этой сцене, причем в самых разных исполнениях. Но в исполнении ансамбля «Песняры», наверное, сегодня вы услышите ее в первый раз, хотя песня вам хорошо знакома. Александра Николаевна Пахмутова. «Старый клен». Поем вместе! Молодая.
И слово нашей классики, Игорь Лучинок, стихи народного поэта Беларуси Янки Купалы. Спадщина. Thank you.
клавишные инструменты. Композитор, аранжировщик, художественный руководитель ансамбля Роман Козырев. Thank you.
Ну, несколько минут ритмической гимнастики вместе с нашим барабанщиком. Юрий Туровец, ударный. Милая
сердце порыва забилось, легкими крылами марами. Я сама царица в золотой дороге.
Игорь Бедарчик. Thank you.
Thank you.
Артур Михайлов. Владимир Маган, стихи украинского поэта Юрия Рапчинского. «Крик птицы». Наконец, и вместе мы.
твою. Над убитой крылатой невестой я на коленях стою. Белорусский государственный ансамбль «Песняры». Произведение. И вот что из этого получилось. Михаил Клеофас Огинский. Полонез. Песня, лети, как птица вдаль, ведь где-то там, в тиши лесной, стоит в речке синий дом родной, где ждет меня любимая идея. Тихий мой причал, и вечером в саду из дома слышатся лишь звуки полонеза. Слово ночной дрожи несет, неся по легким берегам. Спасению души обязаны вернуться.
птица вдаль, ведь где-то там весной стоит у речки синий дом родной, где ждет меня любимая и верная, тихий мой причал, и вечером в саду из дома слышатся лишь звуки полонеза. Как и принято по родству, песняры приветствуют песни и столь любимую нами Москву.
Thank you.
Вы знаете, у нас в Беларуси все неплохо идет, и все же мы скучаем. Очень по вас скучаем. Почему-то что-то подсказывает нам, что все-таки когда-нибудь мы будем жить в союзе созидания, совести и разума. А сокращенно это будет ССС. Yeah.
Лауреат специальной премии президента Республики Беларусь, государственный ансамбль «Песняры». Дальше можно Живи!
Да.